Сначала был шуруп, затем появилась отвертка, чтобы его закручивать. После этого появился аккумуляторный шуруповерт, который позволил делать это быстрее. Потом аккумуляторная отвертка, чтобы закручивать шурупы уже медленнее, но может быть более деликатно и в труднодоступных местах. Существуют модели с интересным функционалом. Например, вот эта имеет точную регулировку крутящего момента и активацию нажатием, что удобно в труднодоступных местах. А эта более силовой хват и полноценный трехкулачковый патрон. Позиционируется как универсальная отвертка для сборки мебели, позволяет зажать шестигранник, который часто идет в комплекте с мебелью. Что же касается мощности, это все же не шуруповерт. С большим шурупом она не справится. А вот с мелким вполне. И тут вроде бы все понятно. Аккумуляторная отвертка нужна для деликатных работ, там, где не нужна особая мощность, где важнее точность и размер. Но разве дополнительная мощность помешала бы? Нет, отвечает Xiaomi и выпускает свою отвертку, которая аж в 4 раза мощнее отверток от Black & Decker. Если вам интересно, ставьте побольше лайков, и я сниму продолжение, посвященное именно ей.